Здравствуйте, о погоде на пятницу. Сегодня погожий антициклон покинет Урал. Из центральных районов к нам устремится пасмурный циклон. Из-за него погода начнет меняться. В Челябинской области сегодня облачно с прояснениями, местами уже пройдут дожди, возможно, с грозами. Ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду. В Верхнем Уфалее Златоусте и Сатке днем плюс 21. Такая же температура и в Магнитогорске. 22 градуса в Троицке и до плюс 23 в Южноуральске и Карталах. В Челябинске сегодня облачная погода, не исключен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Днем температура в городе плюс 21-23, атмосферное давление ниже нормы. Напомню, что данные от центра ФОБОС. До встречи. Стиль ведущих Пьер Карден. Шоппинг-центр Капитоль.